канале вот GSN, и как обычно в начале нашего видео, хотел бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Вы можете всегда отменить свой лайк, но не забудьте его поставить по окончанию видео. Заранее большое спасибо вам за поддержку канала. Коротенькое видео. Разработчики закинули в магазин наборчик из двух танков третьего уровня. И хотелось бы отметить следующее. Два танчика легкие, скажу откровенно, у меня их нет. И что самое парадоксальное, я их и не хочу. По одной простой причине, потому что за 3 доллара два танка третьего уровня это перебор. Объясню почему. Если посмотреть на вкусные предложения, которые периодически выпадают от разработчиков, ну вот допустим, за 1 доллар вы получаете 1500 голды и 500 000 серебра. Давайте будем говорить откровенно. По моему скромному мнению, хороший донат – это донат, при котором ты получаешь максимум от того, за что платишь. Вот это очень хороший был бы донат, купив за 1 бакс 1500 голды и плюс еще в прибавку получить 500 000 серебра. Ну, я за серебром не гоняюсь, серебро можно фармить, играя на хороших танчиках в этой игре. А вот по поводу голды, ее действительно тяжело заполучить в большом количестве, бесплатно. Ну, а соответственно, платить деньги за малое количество периодически давит жаба. Поэтому давайте будем говорить откровенно, хороший донат, это донат, при котором вы платите 1 доллар за 1000 голды. Все, что идет меньше, это невыгодные предложения от разрабов, и, соответственно, не хотелось бы вам рекомендовать гоняться за такими предложениями. Безусловно, если у вас есть деньги, и вы готовы платить по 1,5 доллара за 1000 голды, пожалуйста, платите, играйте, получайте удовольствие, расширяйте свои покупательные способности и возможности приобретения хорошей техники. Что же касается предложения, которые вывалили в виде двух танков третьего уровня. Их предлагают за 3 доллара. Если перевести по тому курсу, который я считаю выгодным в виде доната, а именно по 1 баксу за 1000 голды, то в итоге вы, получается, за 3 бакса могли бы купить минимум 3000 золота. За 3000 золота вам предлагают 2 танчика, да, пускай коллекционных, но это танки третьего уровня, ребят, и в набор больше не входит ровным счетом ничего. Сюда не входит ни какие-то контейнеры, я не знаю, из которых что-то может выпасть, ни свободка дополнительная, ну, просто ровным счетом пустота. Два танка с абсолютно для третьего уровня копеечным оборудованием, которое там стоит, по-моему, что-то по 30-50 тысяч серебра за открытие каждого. Ну, по-моему, это как бы и считать-то нечего. Поэтому данное предложение считаю невыгодным и не вижу смысла донатить для того, чтобы приобрести две этих машинки. Возможно, они фановые, возможно, они веселые на третьем уровне, но поверьте, на третьем уровне есть огромное количество машинок, на которых можно точно так же плюс-минус фаново погонять, пострелять, не рассчитывая на то, что вы на этом нафармите себе серебра или получите там какие-то огромные заслуги. В принципе, 3000 голды, как я уже сказал в переводе, ну, пожалуйста, за 3500 голды, ребят, вы можете купить себе семерку, обзор на которую вы можете посмотреть у меня на канале. За 3500 голды, ну, не знаю, менее вкусное предложение, но все же, вы можете купить себе шестерку. Но, ребят, не две тройки, которые вам, в принципе, ни к чему. Если покупать их ради того, чтобы заработать места в ангаре, ну, ребят, по-моему, проще взять и просто купить место в ангаре, не заморачиваясь над тем, чтобы покупать эти машины и пытаться их там за что-то продать. Поэтому, в принципе, данное предложение, ну, мое скромное мнение, оно немножко кощунственно. За такие бабки можно купить что-нибудь плюс-минус стоящее, то, что будет доставлять вам гораздо больше удовольствия и фана. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если вы еще этого не сделали, играйте в танки, получайте удовольствие, ну и, безусловно, кайфуйте от того, чем вы занимаетесь. Всех благ!